Ну а перед началом ролика я хочу вам рассказать про сайт по продаже робоксов Robux 500. Тут вы всегда можете купить робоксы по низким ценам. Выдача осуществляется через группу. Я проверял, все четко. А также у них проходят различные конкурсы и акции. Пользуйтесь, все ссылки будут в описании. Друзья, всем здорово, с вами как всегда Бамбукл, здесь Капанда, добро пожаловать ко мне в гости. Roblox Shindo Life, Наруто в Роблоксе, мы тут с подписчиками бегаем, фанимся, играем, ребята. Всем здорово и всех от души поздравляю с Рождеством. Сегодня у нас уже 8 число, обалдешечки, ребят. Всех с прошедшими праздниками, Новым годом и Рождеством, да? Так, и у нас там очередные бомбические новости подъехали от разработчиков, ребят. Пипец, там, короче, картинка, сейчас пойдем размышлять. Там, короче, одно из двух, мне кажется, ну, ключевое слово, наверное, кажется, либо это у нас наконец-то завезут третье поколение хвостатых, но, как говорится, это не точно, либо что-то связанное с королем. Давайте, кстати, мы его поставим, да? Не, мы, наверное, сначала сейчас сходим картинку эту глянем. После этого вернемся сюда и уже и тоже еще порассуждаем, да? Также напоминаю, что сегодня уже, ребята, сегодня остаются там считанные часы. Но вот на момент, когда я записываю видос, 11 часов остается. То есть обновка, ребята, будет и новенький ивент с Кагуя, который получается... Во сколько? 8? В 7 вечера по московскому времени. Я не знаю, ребят, я смогу, нет, записать хотя бы видос в это же время. Потому что у меня будет глубокая ночь, а то у меня уже будет там... ну, у меня, короче, ночью-то уже будет, ребят. Ну, возможно, тогда только утром я запишу все это дело. Но в любом случае видосы будут. Так, ну что, ребята, погнали, посмотрим, что же нас там ожидает. Там будет интересно, я вам обещаю. Вперед. Так, твиттер разработчика Бенчик, вот, ребята, смотрите, блин, это просто какая-то жесть. Во-первых, у нас тут все заблюрено, но мы можем тут что-то разглядеть. Тут какой-то зверь хвостатый, ну, видимо, вот это у него голова, ухо раз, ухо два. Вот здесь у него два глаза, какие-то лапки, вот у него какой-то то ли хвост, то ли что-то. Правда, у него какая-то стойка непонятно, то ли он как-то подпрыгнул, вот что это у него внизу такое. И мы видим тут какой-то еще на лбу у него символ. Вот, видите, наверху появился Event Countdown. 0 дней, 11 часов и 5 минут. Капец, только хотел, ребята, завершать ролик. Смотрите, 3 минуты назад, прямо сейчас идет премьера у разработчика. Два новых кода, а также Кагоку. Офигеть, давайте глянем. Блин, надеюсь, меня за лапки не возьмут. Смотрите, премьера только-только-только началась. Вот я его перемотал. И мы сейчас прям видосики это... Напишем, да, надо написать всем, всем привет. Интересно, есть тут кто-то из России, нет? Так, ребята, 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 так, тихо. Что он говорит? Это в прямом эфире прямо сейчас идет. Короче, 50 тысяч лайков и будет еще один код. А, вот он, кролик этот. Офигетушки. Так, маленько вперед. Так, а это у нас заставка самая первая. А, точнее, не заставка, а этот. Перед боссом, катсцена. Фига себе у него голос. Что-то произошло там, кричит. Моя память. Офигеть. А, и вот этот, этот подсолнух, глаз-то подсолнух. У Шиндай Акумы, который. Бенчик взорвался. Капец. Вот она, ребята. Кагоку, которая. Офигетушки. Фига себе, у нее посох с какими-то колечками. Блин, а босса самого покажут, нет? Офигеть, надо в чате что-то написать. Бамбук. Блин, нифига народу. А мне ничего не дают. Так, вот это босс.
Вон она бегает, 2000 уровень ее. Офигеть, это скиллы такие. There's different dimensions that she does bring. So this is the ice dimension. Her attacks changes. Like you see how she has ice attacks. Атаки что-то изменились. The lava dimension, which the attack pattern changed. Oh, this is the sand dimension now. So now we're in the sand dimension. Now her attacks change to sand-like, her M1s. Now within each dimension, I might have to spam heal myself. Что он там написал? Dimension. Офигеть, скиллы какие. Смотрите, ХП утекает, как быстро. Здоровый глаз этот. Капец, она комбари какие-то прокастовывает. Ну, там он хиляется. Это он команда пишет, хиляется. Капец, походу дело будет сложный вообще, ивент. И какой шанс, интересно, дропа будет? Каких свитков? Что там, что с него падать-то будет? And actually, you can do that with the KG in the game as well. We're gonna explain how it works. Now, I'm gonna pop up a image on the screen, right? So, блин, жалко, субтитров нету. Five things, all right? She drops the type of dimensions you can create. So, when you get the KG, you can actually... Вот он, этот кролик второй. Да, смотрите, это свиток будет. She's melting my HP like crazy. You can actually be... Оружка будет ее. Это что такое? Скилл какой-то. Офигеть. Столько свитков, короче, новых завезут. Фига себе, она спамит атаками. ХП просто вырубать, короче, будет она, мам, не горюй. Надо будет в толпу ходить. Сколько? 6 человек или 4 смогут зайти, интересно. Блин, нифига она вырубает вообще. Она вообще вырубает, мама, не горюй. Ну и вон что они там бегали, смотрите, чуть-чуть только сняли. Так, обилки. Так, это вот оружка. Ashbone Staff. Дроп 4%. Пипец. Kagoku Ashbone Staff. You get this from the boss drop. Now this is a. Что там все в чате там что-то спамят вообще, мам, не горюй. See how fast that was? Now I'm gonna just go far range. From far range, it's. Прикольно. Это скилл, да, вот на куху. Ну, оружка. Большой шар и взрывается сплэш. По дамагу не вижу там сколько. Это по 5000 статы, но это стандартный, да? Что он сам сказал? 60 тысяч дамага, 60-70. Okay, yeah, good. So yeah, I did 50k on him, he did like 60k on me, so that was nice. Но это статы, потому что по 5000. The bunny mode now. That mode basically adds onto the bloodline. Капец, 10 000 человек смотрит. 3 минуты назад началась трансляция. Ну это премьера. Видосик премьера. Okay. So it's, you can say it's almost like a tail. Блин, вот он жесткий какой. Офигеть. We wanted to start. This is not a tail spirit. I mean, obviously you can count it as a tail spirit, but it's not really a tail spirit. So you become like her bunny spirit. And obviously like your M1s and everything change. Так, это на левую клавишу мыши. So you can
Статы 2500, 2300, 2500, 2200. Статы не особо, кстати, большие. Ну-ка, на Z. Открывается портал и выстреливает. Вот это прикольно. Try to land all the hits on me. Are you sure? Because my damage is gonna be way more. Way. Now, guys, that's not the perks of the mode, right? When we get bloodline, we're gonna show you the real perks. It's insane. Так, а шанс какой у него дропа? Вау, 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 вау. По 6 тысяч, короче. 60 тысяч это сносит. Блин, ну вот прикольно, смотрите, он зависает. Это вот обилки. Это сам Bloodline. Кагоку. Блин, ну он тут сейчас нам наспойлерит. Но я стопудово сниму, ребят. Потом отдельный обзор будет со всеми циферками, буковками. Блин, скорее бы уже ивент вышел, а. Новая деревня, что-то он там говорит в разработке, что ли? New Village Development. So it wasn't called Nimbus at that time, it was called something else. But Nimbus currently is the descendants of Kagoku. Давай показывай что-нибудь. The Bone Clan. Guys wondered where the ability is based on. Now the abilities, if you play like any of the games, you'll see like the similarities. Новая обилка. А, вот это ability этого Bloodline. Какими-то выстреливает. А, ну типа как иголки, кости. О, смотрите, он сам такой стал, это серый. В камень превращает, типа. Вау, нифига себе. Притянул, короче, и комбарь начал делать. Короче, начинать комбари так можно. Еще в камень превращает. Весь серый такой. Фига себе. Вообще туда-сюда подлетел, присосал, вверх подкинул что-то там, продамажил, откинул. Короче, куча раз по 2400 там бьет. Ребят, напишите потом в комментариях, кто-то был прям на премьере. Или в записи потом смотрели. Короче, там 2 скилла с комбарями, а этот для дамага. Офигеть. Короче, скорее всего, для PvP будет вообще прикольный Bloodline. I'll start with the iframe ability. Run up on him. M1. Вообще нарезает. О, офигеть, еще третий раз. You know, just finish it with Ember Hurricane. We gotta improve Ember Hurricane a bit. Короче, вообще мега файтинг. В чате он пишет, это должно быть понерфено. Чересчур сильный. Он чат летит. 11 тысяч человек смотрит.
you're gonna see what it does, alright? So it affects the C-spec. Now... Вау, нифига себе. Офигетушки. Выглядит прикольно. Сзади, смотрите, типа крылья. Кокоцу. Вау. Костик, как, смотрите, блок. На левую клавишу мыши стопудово эти кости будут. Вау. And yeah, you might think, what the hell is that? So it's a bunch of fists. If you watch, сколько по дамагу, то что-то я так и не увидел. Надо будет потом затестить. Now watch my mode, alright, ladies and gentlemen. Watch my mode, my chi, my stamina. It's not just a C-spec. Статы две. По 8 тысяч, короче, 10. О, да там больше 80 тысяч он, короче, снимает. Статы 2300, 2400, 2500, 2200. Ну, те же. You can't even say the C-spec is bad. The C-spec already is... Ну-ка, C-spec. Top tier. So you can't even say... Oh, it's... Скилл на C. Nah, this is not even mid, bro. This is busted. This is broken. Alright, now we're gonna do the Q-spec. Давай, погнали. Q-spec, you can't even say it's bad. Офигеть, он несколько раз стреляет с этого короля. Even if it's auto-dodge, you can literally control just one tap, wait for their auto-dodge timer, bam, send the other three right. Пипец, какой-то вообще имбово, походу, дело будет в Bloodline. А, он летать может в это время. 5000 несколько раз. And say if they auto-dodge, right? Say if they auto-dodge. Автодочь и по автоуворот. Just bait out the auto-dodge. So you can't even say the Q-spec is bad. It allows you to bait out auto-dodges. Я не понял, он то ли не может уворачиваться в это время, либо когда он стреляет, по нему нельзя попасть. Автододж. It also comes with those. Now, it's close range, obviously. Это левая клавиша мыши, да, наверное? So you do the M1. Фига себе, сколько дамажит. Сколько в сумме, интересно, на левой клавише мыши будет. И звук прикольный такой, писклявый. Смотрите, внизу справа написано «Локет», закрыто. Как Goku, босс, дроп, Ice Dimension. Что-то выбивать еще, что ли, надо? Вау, в Dimension'е. Вау. Смотрите, ребята, раз, два, три, четыре. Вот они, пять свитков, короче. Но это по максимуму. Не факт, что они так все пять упадут, конечно же. Чё? Что это такое? Это не я делаю. Что-то там какое-то. Да что это такое? То ли плюет кто-то, что-то, что за шляпа это? Activates the lava dimension. Lava dimension. Короче, в разные вот эти измерения, что ли? Ice dimension, lava dimension. Тут что-то я не понял. Это отдельно выбивать надо будет как-то или что это за шляпа? So you guys saw how it turned, like it brought to the lava dimension, right? So you do it. So now we're in the lava dimension. You guys see everything around us turn to lava. Now once you step outside the dimension. So another thing is you can't tree after someone activates this, you can't wall walk, you can't tree jump because you're in another dimension, right? Типа ты не можешь по деревьям прыгать. В dimension. It disables like anything shinobi related, kinda in a way. So you can't tree jump, you can't wall walk. It's like, и по стенам нельзя ходить. So hold on. I gotta get out of here. So once I'm out of dimension, you can see like there's gonna be like a А, он вышел из этого dimension, и теперь все можно. А внутри этого куба нельзя. Фига себе. И вот этот куб как со стороны выглядит.
you lose like you'll see. We're setting. You'll see. So you basically lose like I'm trying to tree jump. You lose your shinobi abilities to like wall walk. Да, типа ability shinobi пропадают у вас в этом dimensionе. Не можете бегать по стенам, прыгать по деревьям. It's not just for show. Your M1s actually changes. Левая клавиша мыши. So every time you activate a dimension, alright, use your M1. Ва, и он лавой бьет, смотрите. Now, we actually got a buff the lava one. Офигеть, и дамажит постоянно, когда он бегает. We got a buff lava as well. We got a buff lava. Not this lava, but like lava. The bloodline as well. Прикольно. Он бьет левой клавишей мыши, и это лава остается. Потому что это лава dimension. А это ice. Да, теперь льдом. Типа замораживает левая клавиша мыши. Это песок. Песком сейчас дамажить будет. Офигеть, откидывает еще. Смерчи типа. That's not balance. We need to balance this. All right, ready? You ready? Yeah. Так, это три получается, да, уже он снял? Лава, ice, sand. Oh my god, dude. Now, remember how I mentioned the bunny earlier? Я только не понял, как их получить. Now, when you're in the bunny mode, it makes... С босса, что ли, как-то падают? Или как их выбивать? This is why you need that bunny mode. All right, ready? Start using your M1. It makes the tornadoes much bigger. What the? Офигеть, он прям с кроликом. You go to another dimension so they can see. So the bunny mode basically affects the M1 damage, the size of the damage. Like, look at this shit. What the fuck? Look at that. Yeah. Там через чат ему кто-то донатит, смотрю. Now go to. Какие-то донаты залетели. Go to the ice one. Oh my god. А кстати, по дамагу, вы гляньте, сколько по дамагу там, вообще жесть. 80 тысяч осталось у него. Вообще она дамажит на левую клавишу. Так, Кагоку. Блин, нифига видос какой длинный. 25 минут уже идет, мы с вами смотрим. Я уже вижу, что по 25 МД тратится. Вот обратил внимание, 25 МД расходуют. Немного расходуют этот мод. Now, check this out. Now, look at my... Да, вот он этот dimension ставит, получается. Now, let me go C2, C3. I gotta wait for the Kula. C3, ice. Да, на C3, короче, вот эти C1, C2, C3 получается. Вот этот вот dimension на C3. C4. Они активируются вот как стадии. И вот эти dimensionы. Блин, вот это прикольно, кстати, замутили. Играет. Блин, вот эта обновка, ребят, так обновка. Наверное, лучшая обнова, которая когда-либо выходила. Это не вам не какие-то там рискинчики, которые, блин, обычно делают там. Куча... Half, so... Так, релкоины, цена понижена, говорит. This used to be 300, now it's like
150 Robux. So all the Relcoin prices have been reduced in half, and now you can. Короче, теперь за Робоксы можно купить. And you can buy Roy now. Ирю можно купить теперь за Робоксы. Офигеть. Now what else is there? Relcoin и Ирю, ребят, теперь за Робоксы можно покупать. Has been taken off the oh my god, it's been taken off the mode ban from competitive, so you can use the Shindai mode, the Q spec, the C spec in competitive. Okay, the consumer. Пипец, короче, наворотили в этой обнове, мам, не говорю, вообще дофигища ввели. I redid all the percentages with all the consumables. I went through every single one. Так, тихо. Health Steam unbanned from PvP. Так, чипот. А, это сколько хиляет? Чиспот 4%, деленное на максимальное чи. Это у нас печенька, ХП. 15%, 54к. Ну, понятно. Чё хиляет, короче? Всё расписано, все формулы. And this right here, Ninja Tools. All these Ninja Tools have been like remastered. Also, надо будет про это, наверное, отдельный видос снять. Water, вау, ещё куча бутылок новых. Curry of Life and Rice Cake. They're all gonna come out next week. They're not gonna be available right now. But this is gonna be my favorite, the Super Shindo Serum. Он говорит, это моя любимая какая-то штука. Captain America. Alright, so, let's see. Офигеть. There's actually a bunch of other stuff as well, like a bunch of balances, a bunch of... Alright guys, we'll see you guys in the next video. Thank you so much for watching. Все, говорит, всем спасибо. Это просто жесть, ребята. Короче, много всего нас ожидает. Блин, ивент, боссы, кролик этот, новые бутылки, новое оружие там. Короче, выбивать на не выбивать. Блин, все, я жду обнову, ребята. Сегодня остается 11 часов. Ну, пока видос выйдет, уже часов 10, наверное, будет оставаться. Ну что, ждите, будут стримы, будут видосики, будут обзоры. Все обязательно отснимем. Блин, я на эмоциях, честное слово. Ладно, ребята, видос и так уже затянулся. Давайте, всем спасибо, кто досмотрел до самого конца. Всем удачи, всем пока-пока. I love you.